Всем привет, ребят! С вами снова Константин Калуцкий, и у меня для вас небольшое объявление. Сегодня на моем киноканале вышел первый, так скажем, экспериментальный, можно сказать, пилотный выпуск моей рубрики «Большой обзор», где я разбираю фильм, в данном случае фильм «Человек-паук. Нет пути домой», с различными вставочками, со смехуёчками, всякими приколами и всем остальным. Ну, так скажем, разбор немножко в стиле Жени Бэткомедиана. Ну, ранее. Бэткомедиана, скажем так. Ну и хотелось бы отметить, что это первый мой такой большой разбор. Он вышел на 30 с лишним минут. Я постарался там много всего высказать, много всего навставлять, разных там монтажных склеечек, разных приколов и так далее. В общем, пожалуйста, посмотрите, оцените, потому что это своеобразный эксперимент. В дальнейшем, если этот эксперимент будет успешен, я постараюсь также делать ролики, в том числе и для футбольного канала, и периодически здесь тоже будут выходить вот такие большие обзоры. Ну, то есть с монтажом, со вставками и всем остальным. Я оставлю в закрепленном комментарии и в описании к ролику ссылочку на мой обзор фильма «Человек-паук». Посмотрите, как это выглядит, как это смотрится. Оставьте там комментарии, поделитесь своими впечатлениями. Я дальше буду это все обкатывать, обрабатывать и, возможно, впоследствии такой же формат обзоров появится и на футбольном канале. Поэтому ссылочка в описании, пожалуйста, посмотрите. Если понравится, будем работать в том числе и в этом направлении.